Ты еще скажешь, что ты лучше всех меня знаешь. Лучше всех тебя знаю я. Твой любимый напиток – кофе. Твой любимый фильм – «Крестный отец». Ты заставляешь меня задержаться. Любимый напиток – томатный сок. Чуть-чуть соли, чуть-чуть перца. Какой томатный сок? Ты же все время кофе пьешь. Это чтобы давление поднять. Может, еще фильм не тот? Ищите женщину. Какую ищите женщину? Ты же все время «Крестного отца» смотришь. Да, потому что ты всегда его включаешь, а у меня не спрашиваешь, нравится мне или нет. Я в допрос, наверное.